небольшой привет, зритель, тест. Специально, чтобы понять, можно ли 4К 60 кадров в секунду монтировать на ведроиде, ну, на телефоне Huawei, на 3 оперативки, ну, 3.64, короче говоря, чтобы, если что, может быть, чуть более дешевле купить планшетик. Я тут делала какой-то типа пирожок на кефире, яйце, соде и кукурузной муке. Почему вдруг я так дышу, если вдруг кому интересно, мне что-то как-то я тут помираю в очередной раз, короче говоря. Кто-то хулиганит под окнами. У меня молоко, которое должно стать кефиром. Вообще простоквашей. Ладно, маленький такой на минутку тестик. Пока, зритель.